Так, коллеги, добрый вечер. Вижу, что вроде начали заходить люди. Давайте еще минуту подождем, прежде чем начинать. Возможно, какие-то были технические сложности. Коллеги, прошу прощения, пока не могу пошарить экран, поскольку у меня соединение отвалилось, теперь меня обратно не дает. Сейчас, секунду. Так, сейчас вроде должно быть все хорошо. Так, хорошо, меня видно, слышно, видно ли презентацию? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если видно. Ага, все, отлично. Запись у нас идет. Зовут меня Михаил Каморин. Сегодня будем обсуждать обновление до PHP 8.1 с помощью такого инструмента, как Reactor. Значит, я работаю техлидом в компании Skyeng. Программирую уже почти 20 лет. На PHP больше 9 точно лет. На Symfony пишу последние лет 5. Вот. Значит, наш на сегодняшний план, ну, мы немножко позже начали, поэтому, может быть, чуть затянется, но тем не менее. Немножко поговорим об OTOS, о том, что из себя представляет платформа. Потом, собственно, содержательная часть нашего вебинара обсудим, какие появились новые возможности PHP 8.1. И посмотрим, каким образом можно использовать Reactor для того, чтобы автоматически обновиться до 8.1 и побороться с какими-то проблемами, которые при этом обновлении возникают. Также расскажу про команду курса, про программу, которая у нас будет на курсе. В качестве бонуса немножко карьерной информации о том, собственно, что у нас за вакансии есть, которые можно после курса пытаться штурмовать, трудоустраиваться и куда можно дорасти. Вот и ну, немножко порефлексируем на тему того, удалось ли достичь тех целей, которые на этот вебинар поставлены. Значит, наши правила. Активно участвуйте, все, что непонятно, можно спрашивать. В чат пишите, соответственно, я буду время от времени там, делать остановки и на вопросы отвечать. Вот, не обещаю, что прям там все брошу, побегу отвечать, вот, доведу до какого-то логического завершения блока и потом буду отвечать. Так, несколько слов об OTOS вообще в целом, что за платформа, чем занимается. Миссия проекта – образование для повышения качества жизни. То есть цель образовательных программ заключается в том, чтобы каким-то образом поднять свой профессиональный уровень, научиться чему-то новому, там, добиться каких-то карьерных целей и так далее. У нас есть образовательная лицензия, поэтому курсы, в принципе, являются программой повышения квалификации или профессиональной подготовки. Если вам нужны какие-то официальные документы, то все это, в принципе, можно потом после прохождения курса запросить у менеджеров. Также, в принципе, курсы построены в основном на требованиях к конкретным вакансиям, то есть программа актуализирована с рынком труда. Есть, в принципе, курсы как для junior, так и для middle, и, в принципе, даже для senior уровня разработчиков. Senior, скорее, как бы меньше курсов, а в основном junior middle. Наш конкретный курс по Symfony, он ориентирован на junior плюс разработчиков, которые хотят вырасти профессионально, освоить новый фреймворк и, возможно, перейти в категорию middle разработчиков. На текущий момент, по сравнению там, с вебинаром, который был неделю назад, немножко мы обновили статистику. На текущий момент у нас 654 преподавателя-наставника в базе. Студентов уже больше 16,5 тысяч. 900, вернее, более 900 учебных групп. 5 лет существует проект. За эти 5 лет 130 образовательных программ создано. И более 90 партнеров, которые, в принципе, ждут выпускников наших курсов
готовы их там принимать на стажировку и на работу. Собственно, давайте на этом про Otus закончим и перейдем к содержательной программе нашей сегодняшней. Тема, напоминаю, у нас обновление до PHP 8.1 с помощью Rector. Давайте немножко теории, прежде чем переходить к практике. Значит, какие у нас цели? Первое, ну, собственно, научиться использовать Rector для обновления версии PHP. И второе, научиться бороться с возникающими проблемами, потому что на самом деле Rector — это не какая-то магия, он является просто, ну, как бы инструментом, который нужно правильно использовать и может приводить к всяким нехорошим последствиям. Надо понимать, как с ним бороться. Итак, давайте немножко про сначала PHP 8.1. Какие вообще у нас новые возможности появились? О чем мы, в принципе, говорим, когда мы планируем обновляться до PHP 8.1? То есть я буду показывать практически пример обновления с 7.4 до 8.1, но разницу, ну, буду рассказывать между 8.0 и 8.1, просто у меня под рукой был проект на 7.4, поэтому обновлять будем его. Значит, что у нас, в принципе, появилось в 8.1 по сравнению с 8.0? Две большие фичи, несколько маленьких. Значит, из больших возможностей. Появились enumerations, ну, они же enums. В предыдущих версиях у нас всегда использовались какие-то библиотеки для этого. Есть более-менее известные библиотеки, есть совсем там неизвестные библиотеки, которые в некоторых проектах тоже встречал. Есть собственная реализация, когда мы просто делаем там какой-нибудь класс с константами и там каким-то образом его превращаем в некое подобие enums, добавляем там какие-нибудь типы для доктрины, чтобы он правильно с этим enums работал и так далее. Я покажу на своем примере из живого проекта код. Ну, естественно, я там вырезал очень много, оставил только содержательную часть, именно которая нужна, чтобы показать какие-то проблемы, которые возникают. Вот там будет использоваться пакет MySLabs PHP enums. В принципе, он достаточно распространенный, я его встречал во многих проектах. Вот, ну и, собственно, покажу, какие с ним возникают сложности при обновлении до 8.1. Важной особенностью до 8.1 enums было то, что не было какого-то единого контракта, то есть не было договоренности, а как вообще эти enums делать. Поэтому каждый библиотека делал по-своему, а в итоге в каждом проекте по-своему. Когда вы переходите с проекта на проект, и у вас там меняется библиотека для реализации enums, довольно долго приходится привыкать, потому что там по-разному получались значения. Разное там было наполнение, то есть, например, бывает ситуация, что в базе сохраняется int, а в коде везде используется строка. И понять, в каком случае что происходит, сложно. Вот из важных нюансов, которые реализованы именно в PHP 8.1, как в стандарте. Значит, во-первых, каждый экземпляр вот этого класса — это singleton. То есть если мы, допустим, использовали какую-то реализацию до 8.1, там тот же самый MySLabs PHP enum, то мы не могли сравнить два объекта на тождественность, то есть через три оператора равно, потому что это были разные объекты, естественно, они эту проверку не проходили. В случае с enums эта проверка работает, потому что, ну, как бы в рамках языка каждый экземпляр, который имеет одно, ну, вот, грубо говоря, то значение enums, которое мы заложили в него, сколько бы раз мы его не инстанцировали, это будет один и тот же объект, они будут проходить сравнение на тождественность. Второй момент — удобный синтаксис. Я, собственно, не буду сейчас показывать пример кода, поскольку мы к нему придем в рамках, собственно, нашей практической части. По мелким фичам буду показывать примеры, чтобы было понятно, о чем я говорю. Значит, в enums удобный синтаксис стало сильно короче по сравнению с тем, как было. Пользоваться, в принципе, достаточно хорошо. Второе важное дополнение, важная возможность, которая появилась в PHP 8.1, которая тоже довольно... Так, у меня, видимо, где-то отвалился микрофон. Сейчас меня слышно. Это я вижу, что говорю, а мне показывает, что... Ага, отлично. Так, значит, второе важное свойство, которое появилось в 8.1, которого долго ждали, которого не было, это read-only свойство. Собственно, это большой шаг в сторону поддержки мутабельности, которая нужна для того, чтобы корректно работать, например, нужна не только для этого, но, например, нужна для того, чтобы корректно работать в многопоточном окружении. Понятно, что PHP у нас однопоточный сам по себе, и кажется, что это не супер большая и важная штука, но при этом сама концепция иммутабельности и создание каких-то иммутабельных объектов, она довольно давно уже в PHP была и довольно часто встречается. Например, у нас там есть класс DateTime Immutable, есть просто класс DateTime. И очень часто как бы используют DateTime Immutable, чтобы продемонстрировать, что это конкретно сущность, то есть это конкретно экземпляр класса, не будет никогда меняться. Вот здесь у нас появилась возможность для любого свойства задавать этот атрибут read-only, и тем самым всем как бы разработчикам, там, не знаю, тем, кто читает там, код,
код, не знаю, может быть, тестировщики, продемонстрировали, что вот это свойство меняться не будет. То есть оно единожды где-то присваивается. Вот. При этом, на самом деле, в самом языке и там, в спецификации нет никаких ограничений, где именно оно должно присваиваться. Не обязательно его присваивать в конструкторе, можно и в сеттере, можно просто в каком-то кастомном методе задавать значение этого свойства. Важно то, что для каждого объекта оно может быть задано только один раз. И, собственно, это сделано именно на уровне языка. То есть если раньше всякие костыли, которые можно было сделать для того, чтобы свойства нельзя было менять, их можно было достаточно легко обойти через рефлексию всегда, то для read-only свойств это не получится. То есть даже через рефлексию, если вы пытаетесь изменить значение read-only свойства, это приведет к ошибке. И это, на самом деле, накладывает определенные ограничения, например, на тестирование нашего кода, потому что обычно код, который, ну, вернее, те библиотеки, которые мы используем для тестирования, они активно используют рефлексию для того, чтобы, ну, грубо говоря, меньше boilerplate кода нужно было писать для того, чтобы написать какие-то вразумительные тесты, с которыми можно легко разобраться, ну, грубо говоря, не вдаваясь в какие-то детали, как именно там что-то внутри реализовано. И вот эти вещи немного ломаются. Вот, про это тоже покажу. То есть вот это, на самом деле, две особенности, которые после применения ректора в коде нужно потом доуправлять руками для того, чтобы все функционировало как положено. Если говорить о более мелких свойствах, которые в PHP появились, в PHP 8.1, на которые имеет смысл обратить внимание. То есть, в принципе, примеры из документации по PHP 8.1, то есть, как бы, если кому-то интересно, все эти примеры кода там тоже есть. Так, вижу вопрос. Если он задается в конструкторе, а в классе еще есть метод, в котором new self-value, то так read-only инициализируется, ошибки не будет. Значит, смотрите, если он задается в конструкторе, то речь не о том, что у вас в коде класса не должно быть несколько присваиваний. Речь о том, что для каждого объекта в его жизненном цикле это свойство может быть присвоено только единожды. То есть нет запрета написать несколько, например, там каких-то фабричных методов, которые это свойство задают по-разному. Ошибка возникает именно в рантайме, когда вы пытаетесь поменять значение свойства. Это не статический анализ. Ответил? Если ответил, поставьте, пожалуйста, плюсик. Ага. Так, значит, еще из мелких штук, которые могут быть полезны. Значит, первое – это то, что методы и функции наконец стали объектом первого класса. Это, ну, я, может быть, не совсем корректно применяю сейчас термин, но просто PHP не функциональный язык, и там прям вот нормальных терминов функциональных нету, поэтому, может быть, немножко криво звучит для тех, кто знаком с функциональной парадигмой, но тем не менее. Идея в следующем. До последнего обновления в PHP у нас для того, чтобы, например, дать ссылку на метод класса, нужно было создавать вот такой вот массив, у которого первым аргументом является this, а вторым аргументом имя функции. В принципе, там тот же Storm, он уже с этим достаточно давно умеет нормально работать, поддерживает это все при рефакторинге, то есть если вы изменяете имя метода, то и в таких вот массивах оно тоже автоматически поменяется. Но, тем не менее, это было неудобно, неприятно, ну, соответственно, требовало каких-то дополнительных усилий. Сейчас это все в прошлом. У нас, наконец, есть возможность делать нормальные ссылки на функции, ну, вот через такой короткий синтез. Вторая штука, которая тоже может быть полезна на практике, это то, что при инициализации теперь можно использовать оператор new. Опять же, до 8.1 такой возможности не было, и когда у вас была необходимость, например, создать объект, ну, вернее так, инициализировать какое-то свойство класса создаваемым объектом, несмотря на то, что это плохая практика, и на самом деле, ну, так не стоит делать, но такая возможность появилась. В некоторых ситуациях она может быть полезной. То есть теперь код стал короче. Также появилась возможность сделать вложенные атрибуты. Ну, это уже совсем такой синтаксический сахар, то есть не особо какая-то суперважная штука. Просто в целом до этого, ну, вложенные аннотации у нас существовали, а если нам нужно было сделать, ну, перевести это дело на атрибуты, то это было невозможно, потому что внутрь атрибута аннотации положить нельзя, а вложенных атрибутов не было. Теперь эта проблема устранена, и у нас можно делать вложенные атрибуты нормальным синтаксисом, и тем самым часть кода, который был все еще на аннотациях, теперь мы можем перевести на атрибуты. Также появились типы пересечения. Это, ну, такой символ ampersand между типами. Тоже очень давно это обновление ждали. После того, как в версии 7.4 PHP у нас появилась ковариантность и контравариантность, появилась потребность в том, чтобы использовать вот эти типы пересечения, когда мы, например, делаем сегрегацию интерфейсов, и у нас один и тот же класс реализует сразу много интерфейсов, маленьких, атомарных, которые нам нужны в разных местах, но вот возникло какое-то место в программе, где нам нужно передать одновременно как бы какой-то экземпляр, который является реализациями двух интерфейсов одновременно. И старый подход не позволял это никак описать в TypeHintах, и мы это делали через PHP doc описание. Теперь, наконец, это можно делать
по-честному, прямо в коде. Вот. Ну и, собственно, появилось типа зачем значение never, которое отличается от void тем, что позволяет отслеживать какой-то мертвый код. То есть когда мы, допустим, возвращаем void, это значит, что мы просто ничего не возвращаем. Тип never говорит о том, что мы никогда не сможем пройти дальше, чем, грубо говоря, возвращаемое значение этой функции, вызов этой функции. То есть вот в данном случае у нас есть функция redirect, которая внутри выполняет exit. То есть фактически из этой функции мы никогда не получим управление обратно в наш фрагмент кода. Соответственно, если мы опишем для этой функции return time hint never, и потом ее используем где-то в другой функции, то нам стат-анализ может подсказать, что вот этот код, который, здесь вводим hello после редиректа, он уже никогда ни на что не повлияет, потому что до него управление просто не дойдет из-за того, что у нас функция редирект имеет типа зачем значение never. Вот это такой тоже, немножко синтактический сахар, нужен довольно редко, но тогда, когда нужен, когда вы используете стат-анализ, он может помочь немножко в более корректном написании кода. Вот также появились final константы, то есть раньше мы спокойно могли любую константу в классе наследники переопределить так, как нам хотелось, вплоть до изменения там типа и все остальное. Вот сейчас можно объявить константу как final, и в этом случае при наследовании попытки ее переопределить мы получим ошибку. Опять же, движение в сторону иммутабельности для того, чтобы мы могли гарантировать, что какая-то нами заданная константа никогда в будущем изменена не будет. Потому что она должна быть именно константой, а не вот как какой-то странный такой полуконстантной конструкции, когда любой потомок может сказать, что он хочет какое-то другое значение. Так, это что касается PHP 8.1. В принципе, основные какие-то вещи. Там не полный список, то есть там есть еще всякие изменения, но я уже посчитал, что они не супер важны на практике, поэтому про них уже рассказывать не стал. Есть ли вопросы про PHP 8.1? Если есть, давайте. Если нет, поставьте в чат единичку, поедем дальше. Отлично, едем дальше. Несколько слов про ректор, который мы будем использовать. Собственно, ректор изначально затевался как инструмент для автоматического рефакторинга. То есть это не то, чтобы его единственной целью было там обновлять версии PHP. Фактически это просто инструмент автоматического рефакторинга, одна из многих утилит, которые применяются для того, чтобы там анализировать и изменять код. Его стали сразу же наполнять правилами для того, чтобы обновлять версию PHP. Как происходило обновление версии PHP до ректора? Я вот помню, как-то раз обновлял проект 7.1 до 7.3. Составлял список библиотек. Я там писал свою какую-то на коленке утилиту, которая проверяла, что, грубо говоря, у меня нет какой-то библиотеки, которая с 7.3 работать не может вообще ни в каком виде. То есть, нет вообще версии, которая бы на 7.3 завелась. Почему не мог сделать через Composer? Потому что для того, чтобы все это дело собрать, мне нужно сначала составить список того, чего я обновляю, обновить соответствующие пакеты и потом только проверять, а нет ли у меня чего-то конфликтующего. Вот, то есть, грубо говоря, просто композером обновиться было недостаточно, это не приводило к необходимому результату. Потом, соответственно, писал тоже там маленький на коленочке консольный анализатор, который проверял, нет ли у меня каких-то в коде breaking changes, которые в 7.3 появились, и, соответственно, что count вызываю где-нибудь от null, который в 7.1 корректно возвращал нолик, 7.3 падал с ошибкой. Вот, и так далее. То есть, короче говоря, вот это обновление, это было такое приключение на несколько дней, чтобы обновить в проекте вот так вот версию PHP с гарантией, что нигде ничего не сломается. То есть тут даже вопрос не в том, что это какое-то покрытие тестами, а что оно, в принципе, просто не собирается. Вот, с помощью ректора это стало можно делать достаточно легко. Вот, мы, собственно, это посмотрим. Вот, также ректор хорошо подходит для того, чтобы делать унификацию код-стайла, может быть, даже несколько шире, то есть код-стайл — это все-таки такое довольно узкое понятие, когда говоришь код-стайл, обычно все представляют себе, что это там количество пробелов, между символами этими арифметических операций, количество, скобочек, не количество, а строчки, на которые нужны фигурные скобочки открывать, сколько максимум аргументов можно передавать в метод и так далее. То есть на самом деле код-стайл несколько больше, вот, но, допустим, ограничимся даже этим, то есть ректор хорошо подходит для того, чтобы у вас был единообразный код, то есть каждый разработчик пишет как-то по-своему, потом у вас в CI-пайплайне запускается ректор, и весь код приходит в единый вид. Естественно, ректор — это не единственный инструмент, который так умеет. И, в общем-то, если бы не использовали его для обновления версии PHP, возможно, он бы не стал таким популярным, потому что, он не первый и не самый продвинутый из тех инструментов, которые занимаются автоматической правкой код-стайла.
Вот. Собственно, его большой плюс, что он расширяется с помощью правил и наборов правил, то есть там есть как бы, возможность достаточно легко добавить какие-то свои правила. Например, в том же PHP CSS Fixer эта возможность тоже теоретически есть, но там это было делать, ну, мягко говоря, сложнее. И особенно сложно там было какой-то свой пакет, ну, скажем так, если у вас есть какой-то, допустим, код-стайл, которому вы хотите следовать, например, там Symfony 2, но при этом вы хотите часть правил из него заменить на другие, то там это был такой шаманский танец с бубнами, потому что там иногда были зависимые между собой правила, и это приводило к тому, что вы пытаетесь одно из них отключить, у вас ломается другое. Вот там не всегда можно было легко заменить, ну, грубо говоря, одно правило на другое, потому что у них там могли быть разные интерфейсы и так далее. Вот в Rector все более-менее стандартизовано, и в целом написать какое-то свое правило занимает, там, не знаю, 15 минут. Вот, и этим можно пользоваться. Значит, какие преимущества? Ну, в принципе, стандартное преимущество для того, чтобы использовать какой-то инструмент унификации код-стайла, это встроить его в CI. Rector встраивается в CI, вы можете, соответственно, сделать конфиг, и на базе этого конфига каждый раз прогонять по своему коду. И за счет того, что Rector в том числе обновляет версию PHP, то появляется еще такая неочевидная плюшка, как, грубо говоря, разработчики писали на 7.3, они, в принципе, привыкли писать на 7.3, и маловероятно, что они очень быстро научатся писать короткий синтаксис в конструкторе, используя восьмерку и так далее. А они какое-то время пишут по старинке, а Rector автоматически все исправляет и доводит до актуальной версии. То есть обычно стандартные инструменты код-стайла не всегда возможно так настроить, ну вот, грубо говоря, сразу после перехода там, с 7.3 на 8.0, очень быстро настроить там, тот же CSS Fixer, чтобы он соблюдал восьмую версию. Вот, набор правил, соответственно, кастомизируется, это я сказал. И то, что мы можем реализовать собственные правила, тоже, в принципе, ну, в каком-то смысле преимущество. На этом преимущество заканчивается, начинаются недостатки. Значит, самый большой недостаток, с которым я уже на практике столкнулся, то, что конкретные правила могут содержать ошибки. К сожалению, вот с момента, когда я планировал вебинар, до того момента, как мы его проводим, Rector обновился, и одна там важная ошибка, которую я хотел показать с рядовыми свойствами, она ушла. Вот, но мы ее как бы руками попытаемся, ну, не то чтобы воспроизвести, то есть там это даже не столько ошибка, сколько некоторая проблема, которую надо решать. Вот сейчас эта проблема в автоматическом режиме больше не появляется, но, с другой стороны, теперь и улучшение автоматического не происходит. То есть фактически они, ну, как бы там правила подкрутили так, чтобы вместо, ну, грубо говоря, принудительного использования read-only свойств, теперь они почти не используются и только в определенных ситуациях. Вот, это хорошо, как бы стало лучше, теперь Rector ничего не ломает, но, с другой стороны, теперь далеко не всегда, когда можно было сделать свойство read-only, оно им становится. Вот, так вот, соответственно, конкретные правила могут содержать различного рода ошибки. Значит, первая проблема, которая возникает, то, что конкретные правила не подходят под вашу кодовую базу. То есть, допустим, вы там, ну, каким-то своим немножко хитрым образом пишете код, и у вас вот конкретное правило на ваш подход к коду работает неправильно. У нас был пример, опять же, я его воспроизвести уже не смог, то есть, возможно, починили, возможно, я как бы не смог в точности воспроизвести код класса, который, на котором у нас это возникало. Если у вас идентификатор в доктрине, доктрина — это, собственно, ORM, которая в Symfony является стандартной. Если у вас идентификатор объекта, который сохраняется в доктрину, фактически в коде нигде не используется, ну, то есть вы его там создаете объект, записываете в базу и дальше с ним особо никак не взаимодействуете. То есть он там, вы его не получаете через getter, вы его через setter там никак не устанавливаете. Это просто как бы некий идентификатор, который нужен для того, чтобы оно в базе сохранилось, и все. То у нас был кейс, когда Rector взял и сделал этот идентификатор просто константой в классе. Вот. Ну, вот именно под нашу кодовую базу конкретное правило не подходило. Нам его приходилось явно выключать, потому что иначе оно просто ломало код. Второй вариант, в принципе, похожий, но чуть-чуть как бы в другую сторону, некорректно обрабатываются edge-кейсы. То есть, грубо говоря, есть ну, какой-то код, он стандартным образом улучшается до там, соответствующей версии PHP, понятно как, но в некоторых ситуациях там могут быть какие-то крайние случаи, какие-то граничные ситуации, которые должны улучшаться иначе. Поскольку они возникают редко, то в Rector там забыли, не подумали, еще что-то случилось. Ну, короче говоря, этот edge-кейс не учтен, и в итоге у вас в коде там в 50 местах все улучшилось нормально, а вот в 51 месте все сломалось, потому что этот edge-кейс не был учтен. Тоже с таким приходилось сталкиваться. Ну и, собственно, также бывает переоптимизация под конкретную ситуацию. Это вот как раз кейс с read-only, то есть изначально Rector все свойства, которые он видел, что их не сетит явно, он делал их read-only.
не обращаю внимания на то, что, вообще-то говоря, свойства могут через рефлексию сдаваться хотя бы в тех же тестах. Вот сейчас эта проблема устранена, то есть именно переоптимизацию они убрали, но, с другой стороны, теперь те свойства, которые на самом деле можно было бы сделать read-only, они не делаются, и приходится это там, ну, как-то делать руками. Ну, сложно сказать, плюс это или минус, то есть как бы сложную проблему решили, добавили больше сложности тем, кто хотел бы частично хотя бы этим решением воспользоваться. Вот, вот эти все три штуки, они как бы решаются двумя вещами. Первый вариант – это вы знаете об этой проблеме, применяете ректор, и после этого исправляете все руками. Это работает, если вы ректор один раз вызвали, и в CI вы его не вставляете. Если вы вставили в CI, то такой подход не сработает, потому что он каждый раз вам будет что-то ломать. Тогда есть второй подход – форкнуть правила, переписать, ну, либо написать какое-то свое и заменить существующее правило своим. Учитывая, что правила для ректора писать довольно несложно, то это, в общем-то, ну, проблема такая решаемая. То есть надо повозиться, особенно там, если у вас какая-то микросервисная архитектура, у вас много сервисов, каждый сервис вы там начинаете переводить, вы там в одном сервисе у вас одна проблема, в другом другая, то есть вы постепенно накапливаете вот этот набор проблемных правил, переписываете их там, как-то под себя форкаете и дальше с этим работаете. Есть риски, что дальше их поправят, и вы не получите обновления, но как бы это риски, которые приходится брать на себя. Ну, в большинстве случаев они все-таки связаны в первую очередь с тем, что у вас кодовая база немножко нестандартная, не совсем такая, как ожидается. Вот, соответственно, реактор требует ручной работы после применения. Еще один важный нюанс, у него пока не стабилизированы контракты. Это касается сразу нескольких вещей. Первое – это конфигурация. То есть есть конфиги, грубо говоря, до 14-й версии реактора были одни конфиги, 14-й версии другие, возможно, там в 16-й версии будут еще какие-то. Они обратно несовместимы, то есть для того, чтобы переписать там с 13-й версии на 14-ю, надо потратить определенное время, особенно если у вас большой набор правил, потому что там поменялось вообще все, начиная с того, каким классом описывается конфиг, и заканчивая тем, как добавлять правила и правила какие-то с кастомизацией. Вот. Так, когда экспериментировал с реактором, обновляя PHP 7.4.8.1, в сущности, исключал запроботки. Тоже, в принципе, возможный вариант, но тут, опять же, зависит от того, какие у вас сущности. Если у вас аномичные сущности, это не страшно. Если у вас богатые сущности на бизнес-логику, то хотелось бы и там тоже получить исправление. Особенно, ну, как бы короткий синтаксис в конструкторе прям очень хотелось бы получать. Вот. Но да, то есть тут, ну, как бы нужно иметь в виду, что могут быть проблемы. Так, значит, вторая проблема, которая с нестабилизированными контрактами возникает, это то, что те наборы правил, которые ректор предоставляет по умолчанию, они постоянно меняются. То есть там тот же самый Symfony 2 сет, в какой-то момент он был, потом его убрали. Если мы его использовали, соответственно, обновили ректор, потеряли тот сет, который был. Причем потеряли мы его вообще безвозвратно. Мы даже не знаем, какие правила там были, потому что мы использовали просто набор. Мы его там никак не кастомизировали. Брали набор, теперь его нет, то есть его просто удалили. То есть, ну, возможно, там мы пропустили какую-то одну версию, где он был деприкейтед там несколько недель, вот, но это выглядит немножко странно. То есть обновление минорной версии ректора может привести к тому, что ваш конфиг станет неработоспособен не только потому, что там поменялись все конфиги, но и потому, что у вас набора правил больше такого нет. Вот. И также это касается отдельных правил, то есть правила, которые не настраиваемые, то есть, ну, условно, там, например, какое-нибудь правило, которое выставляет фигурную скобку на ту же строчку, где завершается описание сигнатуры метода. Его особо никак не настроишь. То есть правила, которые стоят на эту строчку, есть правила, которые стоят на следующую строчку. Вы какое-то одно из них выбираете и применяете. А есть правила, которые настраиваются. Например, там, не знаю, максимальная ширина строки, длина строки, сколько может быть, или там максимальное количество, ну, я не знаю, есть ли такое правило, но просто привожу пример настраиваемых. Максимальное количество аргументов в методе. Они настраиваемы, у них, соответственно, есть аргументы, которые у них нужно передать. Вот аргументы, которые передаются, тоже могут в любой момент поменяться, и обновление версии реактора приведет к тому, что у вас все сломается еще и по причине того, что а теперь аргументы надо передавать иначе, или их переименовали, или еще что-то. В каком-то смысле все эти вещи, ну, можно оправдать тем, что версия реактора все еще там 0.14.15.16, то есть типа он в 1.0 еще не вышел, поэтому это возможно. Но с другой стороны, он уже активно применяется, и хотелось бы, конечно, чтобы контракты были стабилизированы, особенно если вы его используете в CI, потому что, еще раз повторюсь, если в CI что-то сломалось, вы вообще ничего сделать не сможете, у вас там код перестанет коммититься. И это, конечно, печаль. Так, есть ли какие-то вопросы, может быть, про ректор или в целом еще про что-то, про что я не сказал? Если есть, давайте, если нет, то перейдем к практике. Если нет, соответственно, поставьте двоечку в чат. Давайте вопрос. У нас, к сожалению, голосом не скажешь.
Давайте текстом. Так, важно добавлять сразу Symfony на какую-то версию или можно через промежуточные. В принципе, скорее всего, если у вас там, ну, вы не скачете через мажорные версии, то есть если вы там обновляете, например, с 4.1 до 4.4 или там с 5.1 до 5.4, особого смысла обновлять через промежуточные нету. В принципе, ну, как бы проблем будет примерно столько же. Может, даже чуть больше, потому что там вам вы сначала в промежуточной версии будете там по шагам как-то изменять, вместо того, чтобы пойти и сразу сделать нормально. Если обновлять через мажорные версии, то сначала нужно обновиться до LTS-версии соответствующей, а потом переходить на следующую мажорную. 5.3 до 6.2. Я бы обновился сначала до 5.4, а потом переходил на 6.2. Почему? Потому что в 5.4 уже появилась новая авторизация. То есть если вы собираетесь с нее переходить, а 6.2, я не знаю, еще не смотрел 6.2, отключили ли они старую авторизацию или нет. Но, скорее всего, вы хотите переходить на 6.2, чтобы в том числе ее отключить. Поэтому сначала я бы перешел на 5.4. У меня будет промежуточный вариант, в котором работают обе авторизации. Перевелся на новую авторизацию, а потом обновлялся до 6.2. Ну, это конкретно про авторизацию, то есть там, может быть, еще какие-то. В 5.3, ну, кстати, да, то есть если 5.3, то можно попробовать сразу там обновиться. Если вы сразу до новой обновитесь, тогда можно и до 6.2 попробовать. Хотя, ну, мне вариант через LTS все равно нравится больше, хотя бы по той причине, что в худшем случае на LTS я могу остаться. То есть если вы с 5.3 обновляетесь до 6.2, и у вас что-то пошло не так, не знаю, вы там обнаружили какой-то пакет, который несовместим с ней, то вы, ну, фактически вы откатываетесь сначала и остаетесь на 5.3. А если вы сначала обновились на 5.4, у вас уже LTS, если что-то пошло не так, вы можете на ней остаться еще какое-то время, потому что, в принципе, она еще будет поддерживаться. Вот, то есть тут вот такая логика. А с точки зрения трудозатрат, скорее всего, примерно сопоставимо. Тем более, что если в 5.3 вы уже, да, в 5.3 просто была уже настолько давно, что я уже даже не помню, новой там авторизации или нет. Вот, но мы в курсе будем все еще на 5.4 LTS, потому что 6.2 еще как-то совсем сыровато, ее страшно впрод тащить. Понятно, что пока мы будем учиться, она уже станет нормальной, вот, но как бы начинать тоже надо как бы сейчас уже с какой-то. Вот, а 5.4 проверенная, она до сих пор еще на куче проектов, и, честно говоря, принципиальных отличий от 6.0 там нет вообще, а 6.1 они достаточно минимальные. Вот, если какие-то вещи будут в рамках курса всплывать про то, а как можно сделать иначе там на 6.2 или 6.1, можем это пообсуждать. Вот. А так, в целом, 5.4 все еще рабочая лошадка, и еще будет ей какое-то время, поэтому я бы именно, ну, собственно, в курсе мы будем рассматривать пока ее. Но, опять же, там отличия не принципиальные. То есть, кроме новой авторизации, вот прям супермажорных отличий я бы и не сказал сходу. Они там есть, но это такие вещи, которые, ну, грубо говоря, в одном проекте вы делаете так, в другом иначе. Ну, в общем-то, еще пока очень мало людей, у кого, в принципе, есть опыт работы с 6-й версией. То есть, грубо говоря, если какой-то новый проект, абсолютно новый, вы будете задевать, наверное, да, его имеет делать смысл на 6.2. Если проект у вас уже был, то есть 5.4 я бы вообще сейчас не торопился обновлять. Вот с 5.3, может быть, имеет смысл, а с 5.4, особенно если вы там не очень давно обновлялись, то есть бежать вперед паровоза особо смысла нет. Но, в принципе, 6.2 уже, возможно, заслуживает внимания. То есть 6.0 была совсем не отличающая, 6.1 сыроватая, 6.2, возможно, уже стоит попробовать. Так, окей, давайте перейдем к практике. Значит, про практику. Значит, во-первых, у нас есть репозиторий. Я надеюсь, что его потом к трансляции, запись трансляции будет на YouTube, и к трансляции прикрепят на него ссылочку. Ну, давайте я в чат сейчас пришлю, чтобы, если кто-то хочет посмотреть прямо сейчас параллельно со мной, можно посмотреть. Так, HTTPS почему-то не скопировался, но, в общем, я надеюсь, что ссылка сработает. И, в принципе, должна открыться, то есть это публичный репозиторий. Значит, здесь есть две ветки. Есть ветка Start, с которой мы начнем, и ветка Main, в которой уже все проделано. Есть файлик script.md, в котором пошаговые действия, которые я буду делать, собственно, если их отсюда делать, теоретически должно получиться то же самое, что у меня пошагово. Ну, я, возможно, там чуть-чуть где-то отклонюсь, по мелочи показать какие-то нюансы, но в целом буду идти стараться по скрипту. По идее, репозиторий останется, к нему потом можно будет, ну, заходить и консультироваться с ним. Так, ну, в общем, если кто хочет прям параллельно смотреть и пытаться делать, наверное, лучше следить за мной, а потом по записи повторить, потому что есть шанс, что, как бы, делая по скрипту, вы упустите какие-то объяснения, потому что в скрипте там просто что делаем, но там нету комментариев как
и зачем. Значит, что здесь есть? Здесь есть какой-то такой маленький кусочек, вырезанный из живого приложения с небольшим таким, ну, приложением на Symfony. Значит, в нем нет контроллеров, потому что, собственно, то, что я буду показывать, контроллерам особо отношения не имеет, они там нам никак не упростят логику. На них можно было показать, как ректор обновляет аннотации до атрибутов, но я думаю, что это не суперважная, как бы, тема. Если вы с ректором захотите поразбираться, вам все равно придется копаться самостоятельно, это все... как бы, ну, все равно надо по документации смотреть и отлаживаться. А так здесь есть сущность одна, юзер, там, с некоторым набором полей. Есть менеджер, который, собственно, делает с этой сущностью какие-то действия. Ну, вот у меня сейчас композер пока не установлены пакеты, поэтому тут немножко ругается. Вот, в общем, есть менеджер, который с юзером работает. Есть парочка enum-ов на MySlabs PHP enum. И... собственно, маппинг этих enum-ов в доктриновские типы для того, чтобы, ну, мне в классе user можно было использовать enum-ы, а не примитивы типа строк. Вот. И также у меня здесь написано немножко тестов. Ну, тут есть acceptance unit directory, но на самом деле самих acceptance unit тестов у меня нет. Значит, тесты написаны на codeception. Ну, проверяют мой user manager. Значит, само приложение сейчас на PHP, кажется, 7.4. Да, на 7.4. И мы хотим его обновить до 8.1 и посмотреть, а какие проблемы возникнут после того, как мы реактором просто сюда пройдемся. Но прежде чем это делать, давайте, во-первых, сначала запустим, проверим, что все живое, все работает, а потом уже будем обновляться. А то, может, оно уже сломано, а мы сейчас будем обновляться, оно не сработает. И это не потому, что реактор плохой, а потому что я где-то накосячил, и тесты уже не работают. Так, значит, для этого... ну вот, грубо говоря, кто там по скрипт-MD идет, у меня здесь его нет, поскольку это ветка старт, можно там скрипт-MD открыть, и я прям по нему сейчас пошагово буду делать. Значит, первое, что я делаю, мне надо, собственно, мое приложение довести до того, чтобы оно работало. Значит, я поднимаю все контейнеры. Значит, я в режиме build поднимаю, потому что я на прогоне, ну, как бы прогонял этот вебинар, и, возможно, у меня там какая-нибудь старая версия контейнера зависнет с main вариантом уже PHP 8, поэтому я на всякий случай их пересобираю. Значит, дальше я захожу в контейнер PHP для того, чтобы установить, во-первых, зависимости. Делаю это из контейнера, потому что в контейнере у меня докер-файле прописано конкретной версии PHP. Если я это буду делать с локальной машиной, возможно, у меня там будет другая версия PHP и неправильно обновится композер. Ну, показываю просто, что там PHP 7.4, ну и, в принципе, сейчас через консоль тоже проверим, что версия 7.4. Значит, тут, в принципе, ну, если, да, по композеру, здесь базовая Symfony, то есть фреймворк, YAML, консоль, доктрина в минимальном поставке с миграциями и MySlabs PHP enum, а также в DF-режиме поставлен codeception для того, чтобы тесты можно было запустить. Значит, codeception старенький, 4.2, поскольку PHP 7.4, во-первых, во-вторых, короче, там с новыми версиями есть какие-то нюансы. Я побоялся что-то сломать, поэтому не стал их ставить. Два слова про MySlabs, сейчас пока он ставится. Ну, то есть, смотрите, это пакет, который достаточно часто использовался до 8.1 для того, чтобы эмулировать у себя в проекте enum. То есть вам нужны enum, один из вариантов использовать MySlabs. То есть там есть базовый класс enum, он там имплементит соответствующие нужные интерфейсы, предоставляет значение value. Ну, то есть для каждого объекта у вас есть value. Вот. Также предоставляет методы создавать объекты. То есть получается, что я, если я пишу, ну, давайте на примере тестов покажу. И, значит, если я пишу, например, в тесте usertype, двоеточие teacher без скобочек, это будет строка, если со скобочками, это будет соответствующее enum значение. Вот. И этот интерфейс, он удобен, поэтому эту штуку часто используют. Вот. У меня там, не знаю, в большом количестве проектов, в которых я участвовал, этот пакет так или иначе использовался. То есть он, ну, распространенный. Не могу сказать, что это единственный, там есть и другие варианты реализации, но, в принципе, довольно распространенный пакет. Так, ответил? Угу. Так, значит, у нас все поставилось. Давайте проверим версию PHP. Значит, все честно, 7.4.33. Композером все установили. Давайте запустим тесты. Запускать буду с консоли, мне так привычнее. Понятно, что можно настроить, чтобы запускать из
шторма, но из-за того, что у меня тесты с базой данных интеграционные, а база данных у меня внутри докера, да, собственно, давайте покажу, почему она внутри докера. Ну, в смысле, что у меня здесь есть, ну, это тут доктрина что-то свое добавляла, когда я ставил. На самом деле я вот с этим контейнером общаюсь. Контейнер Postgres живет в базе данных. Он, в принципе, на локальную машину проброшен, там другой порт, и чтобы, в общем, не ковыряться каждый раз с настройками, я лучше буду все запускать с консоли из докера. Естественно, локально тоже все можно запустить, просто немножко более сложно. Сейчас какое-то время он будет собирать ядро, то есть первый запуск будет, скорее всего, медленный. Вот так, и уже что-то поломалось. А, да, все нормально, все правильно сломалось. И в скрипте тоже, кстати, этого нет. Надо миграцию сделать сначала. Миграция накатывается командой bin-console-doctrine-migrations-migrate. То есть, ну, собственно, у нас база данных есть, а таблиц в ней нет, поэтому, естественно, тесты упали. Значит, накатили миграцию, у нас, по идее, появилась база данных. Сейчас тесты должны пройти, в теории, по крайней мере. Вот видим, да, 17 тестов, все выполнилось успешно. Значит, что, собственно, за тесты? Давайте немножко взглянем на это. Значит, у нас есть методы сохранить пользователя, найти пользователя по ID, есть метод deactivate user. Так получилось, что у нас есть несколько типов пользователей. Есть учитель, есть ученик, есть сотрудник. И у них по-разному называются статусы deactivated. У сотрудника он называется disabled, а у teacher, сейчас, у сотрудника он называется suspended, а у teacher и у student он называется disabled. Соответственно, deactivate user содержит в себе бизнес-логику поставить правильный статус при отключении пользователя в зависимости от типа сотрудника, а метод changeUserType, он ну, меняет тип пользователя и заодно проверяет, чтобы там вот та логика, которая в deactivate user, тоже осталась корректной. То есть если у нас меняется на сотрудника, и у него был статус disabled, то ему ставится статус suspended. Если наоборот, то ставится статус disabled. Ну, то есть если это не сотрудник, и у него статус suspended. Ну и, собственно, вот на эту бизнес-логику у нас тесты здесь и написаны. То есть отдельно там проверяется метод сохранения пользователя в базу, отдельно метод поиска, отдельно деактивация пользователя с дата-провайдером, то есть у меня есть для каждого типа пользователя, какой должен быть статус при деактивации, и смена пользователя, ну, здесь как бы полный набор тестов, то есть там, что происходит, если мы меняем там со студента на тичера в каком-то статусе. Чем плох вариант держать статус юзера константами в сущности? Плох тем, что у вас в этом случае нету контроля за, скажем так, целостностью, то есть вы пошли и добавили там новую константу. Об этом никто не знает. Например, у вас, вот у меня здесь в коде проверка там условно не user type equals employee. То есть, ну, не очень хорошая проверка. Если у вас константа, то это прям суперплохая проверка. Константу пойти и добавить супер просто. Понятно, что сюда тоже можно пойти и добавить, вот, но тут немножко сложнее. В целом, опять же, вторая проблема – это типизация. Сейчас у меня User status — это типизированное поле. У меня у него прям тип даже внутри доктрины известен, то есть у него отдельный тип user status. Это не просто varchar 10. Ну, я там его описал, естественно, то есть вот он у меня привязан к доктрине. То есть это концепция, ну, так называемых value objects. То есть когда у вас вы не пользуетесь примитивными типами, а вы стараетесь везде оперировать value objects. То есть value object — это такой объект, который полностью характеризуется значениями своих полей. Вот в данном случае user status полностью характеризуется значением, ну, как бы строки, которая в нем хранится. Почему это важно? Потому что user type и user status — оба строки. У меня может быть метод, в который, ну, тут конструктор не могу показать, у меня здесь передается только user type, но сюда могут передаваться user status. Если бы это были строки, у меня не было бы контроля за тем, чтобы я случайно перепутал их местами. Ну, то есть константы у меня есть, я константы передал, но так получилось, что я в user type передал константу статуса, а в user status константу type. Никакой статический анализ вам здесь не поможет. Если вы будете использовать, например, те же enums, то я не смогу передать, ну, во-первых, у меня здесь просто типизированный user type. Во-вторых, собственно, я вот когда делал прогон, у меня там был один маленький косячок, и у меня в каком-то месте вот здесь в тесте была ошибка, то есть там, ну, неправильный статус был, в смысле, неправильный в статус передавался тип. И мне выдается нормальная, валидная человеческая ошибка, что я пытаюсь получить статус не того, не из той строки, которая ему соответствует. То есть, допустим, там, если я сделаю user status там teacher, у меня будет ошибка.
пока не понял, как что значит можно же юзер статус, ну вот я так и делаю. То есть если у меня здесь будет просто строка, ну то есть констант это будет строка, то я не смогу никак провалидировать, что у меня строка имеет правильное значение. А так у меня, ну просто технически я не могу создать экземпляр user status из строки, например, student. Он просто не сможет создать такой объект и выдаст ошибку. В рантайме, но выдаст. А в статике я еще и, как бы, ну, если я буду именно передавать везде объект, а не строчки, то я и в статике увижу ошибку. Так, ну, я вижу, что вы что-то пишете. Давайте я пока ректор поставлю ставиться, чтобы он ставился уже. Ну, так, ну, это не с 8.11, с 8.0 можно даже, кстати, нет, даже, по-моему, не с 8.0. Но с 8.0 уже точно можно. Можно передавать значения не в том порядке, но если я этого не делаю, я просто передаю в правильном порядке и не хочу вот эти все вещи использовать. Ну, то есть у меня есть старый код, в котором этого нет. Мне это никто не подскажет. Я понял, про что вы говорите. Да, так можно. Это будет более очевидно. Но, опять же, а если у меня там переменная называется не user status? То есть тогда ясность немножко пропадает. Окей. Значит, так, пардон. Печаточка. Значит, пакет называется ректор-ректор. Я его ставлю в dev-режиме, ну, поскольку он мне нужен один раз запустить. Вся пайплайны засунул, то, возможно, он бы там мне потребовался, там, может быть, и в продакшн-режиме, зависит от того, на каком окружении у меня эти вся пайплайны запускаются. Ну и вообще, как это устроено. Значит, у нас поставится свежая версия, в ней проблему с редондли свойствами уже решили. Поэтому показывать буду руками, как это ломалось. Ну, вернее, не ломалось, а что делал ректор и почему с этим возникает проблема. Сейчас он это делать перестал. Наверное, можно настроить, чтобы опять начал, но это требует уже каких-то манипуляций с правилами. У меня, по-моему, там была 14-я версия вот с месяца назад, когда я начал готовить этот вебинар. Там все получалось, но, в общем, смысл сейчас ставить устаревшую версию ректора не ясен. Поэтому ставлю свежую, на которой проблем не будет. Значит, ректор, он, собственно, анализирует код и сразу его исправляет. Можно ему сказать, что не исправляй, вот, а просто покажи ошибки. На практике, если вы именно обновляете до 8.1, это может понадобиться, если, например, вы хотите просто посмотреть, а что там у меня вообще не так. Вот, ну, потому что там боитесь, что все сломается. В остальных ситуациях почти всегда он сразу применяется. Что-то он немножко залип. Ладно, пока он там висит, давайте сразу конфиг сделаем. Значит, нам потребуется... Ну, обычно это делается через файл ректора PHP, то есть по дефолту конфиг будет браться отсюда. Если вы хотите поместить его еще куда-то, это можно сделать, просто нужно будет явно в параметрах вызова ректора указать, где будет лежать конфиг. Значит, создаю вот такой файлик. Ну, сейчас он пока не поставился... Как-то он прям сильно задумался. Сейчас. Еще не грохнуть его теперь. Еще раз попробуем. Чтобы, по идее, так долго не должен тормозить. Единственное, там много пакетов, поскольку у меня Docker и под Windows, там может тормозить из-за того, что он файловую систему там, ну, долго опрашивает. Но вроде все равно не так долго. Так, значит, что здесь? Здесь, собственно, конфиг — это вот новая версия конфига, то есть теперь это все в объекте. Раньше там было немножко по-другому все сделано, и синтаксис достаточно сильно отличался. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что у меня есть путь SRC, который я хочу поправить. Ну, я не буду здесь просто на весь путь SRC делаю... ну, применение ректора. Говорю, что версия PHP у меня будет 8.1. Ну, я здесь дополнительно еще загружаю migrations. Я как бы, ну,
наверное, это я просто из проекта скопировал. На самом деле, в нашей ситуации это было не нужно. Вот, если бы миграции лежали внутри SRC, то это может быть полезно. Вот, и говорю, где взять контейнер Symfony для того, чтобы отследить там всякие зависимости и все остальное. То есть мне нужно, чтобы у меня был собран DI-контейнер в DF-режиме. Ну, вот указываю на него ссылку именно на XML-формат, который реактор будет использовать в своей работе. Ну и, собственно, настраиваю два стандартных, скажем так, сета, которые, ну, скорее всего, имеет смысл использовать, если у вас Symfony. Это up to PHP 8.1, он применит обновление PHP для того, чтобы стало соответствовать 8.1 синтаксису. И еще annotations to attributes, но это именно симфоневый, то есть у нас здесь аннотации симфоневых нет, поэтому на самом деле мы его действия особо не увидим. Вот, обращаю внимание, что здесь вот доктриновские аннотации, и на них там я, честно говоря, что-то сходу не нашел пакет правил. Возможно, он есть, просто я плохо искал. Вот, есть еще пакеты для GMS, это который Serializer пакет, и пакеты для Sensio Framework Extra Bundle. Соответственно, эти аннотации превратятся в атрибуты. А, ну, собственно, вот это на самом деле нужно для контроллеров. То есть если вы используете стандартный симфоневый роутинг, то там аннотации, как раз вот этот пакет, этот набор правил превратит эти аннотации в атрибуты. Так, что тут у нас? А, вроде поставилось наконец. Сейчас он там почистит кэш, и все будет. Соответственно, в конфиге я применяю два набора правил. Ну и давайте проверим. Загрузится, и сразу его запустим и отпроцессим. Ага, ну вот, значит, есть уже сетлист. Просто в тот момент, когда я прям с ним так плотно работал, у нас на проекте не было аннотаций. Ну, на том проекте, где я это прям активно обновлял, поэтому мне не надо было, а тут понадобилось, но я сход не нашел. Ну, на самом деле, хорошо, что не нашел, нам аннотации не надо портить. Давайте проверим. Сейчас, давайте только я сначала запущу запланированный вариант, а потом отдельно с аннотациями. Значит, запускаем vendor bin reactor, это исполняемый файл, команда процесс в режиме ANSI с файлом автозагрузки, который лежит в каталоге vendor. Файл автозагрузки важен, потому что иначе у вас в зависимости все поедут, он половину классов не найдет и будет ругаться. Наверное, в режиме обновления до 8.1, может быть, и не будет сильно ругаться, а вот если были какие-то правила, которые там прям существенно влияли, наверное, это бы было важно. Скорее всего, здесь при обновлении до 8.1 он будет это использовать как раз для того, чтобы read-only свойства повесить только на сервисы. Потому что, собственно, ну, такой, скажем так, прям дефолтный вариант, где нужны read-only свойства, это когда вы делаете dependency injection классов друг в друга, то там очевидно, что в большинстве ситуаций вы хотите, чтобы это было read-only. Вот. А для того, чтобы понять, где будет dependency injection, вам как раз нужен автолод и вам нужен собранный контейнер. Значит, смотрите, это набор правил. Я хочу подняться до версии 8.1. Это та версия, в которой я буду работать. То есть я могу вот этот набор правил, например, на версии 8.2 применять. То есть у меня будет версия 8.2, но на текущий момент я хочу поднять код до 8.1. И вот мы видим, что выполнилось. Нам показывает правки, вот что он там наменял. Вот 4 файла поправил, внес там правки. В принципе, можно посмотреть по каждому файлу, какие правила были применены со ссылками, посмотреть, а что эти правила делают. Вот. Ну, если мы сюда залезем, вот туда вот видим синенький стал 4 файла, значит, здесь у нас положились свойства в конструктор, появился короткий синтаксис. Здесь все сломалось, и мы это сейчас увидим, когда будем тесты запускать. Здесь у нас стали енамы обычные, ну, то есть он use, конечно, не удалил лишний, там, скорее всего, это отдельное правило, но стали енамы вот именно классические PHP 8.1 енамы с коротким синтаксисом, вот тот, который удобный. Можно, в принципе, посмотреть, какой был до этого. А, не даст. Ну, в общем, так вот можно. То есть если сравнивать, во-первых, не надо писать вот эти синамовские методы, и, во-вторых, ну, вместо там public const, длинная, 12 букв, надо просто писать кейс. Кажется, что стало лаконичнее и аккуратнее, и этим удобно пользоваться. Так, давайте по поводу доктриновского сета сейчас применим. Только я в настройку добавлю, но вызывать буду в режиме dry. А то мы сейчас применим и все сломаем. Да, вот есть такой действительно пакет.
Ну, Symfony Setlist Annotation Attributes я уже применил, просто у меня этих аннотаций нет, поэтому не помогло. Так, насколько я помню, там dry run этот параметр называется. Так, пока он работает, давайте еще докер-файл обновим. То есть нам теперь, ну, мы код поменяли, нам нужно теперь, чтобы и в контейнере у нас был 8.1. И его сейчас потребуется пересобрать. Вставляю из скрипта конфиг, и сейчас пересоберем. Отработает реактор. Значит, да, еще из неприятных особенностей... сейчас, где он тут у нас... Вот тут не напортил, сейчас где-то я видел. Вот, с неприятных особенностей, по каким-то причинам, я не смог тоже в свое время с этим разобраться. Ну, как мне не сильно надо было, проще было автозаменой пройтись. Почему-то реактор вместо того, чтобы использовать то, что у меня уже импортировано, он заменяет на full qualified name. Если это как-то мешает, то, опять же, все его запихивать нельзя, то есть нужно это все удалять и там правил какое-то свое переписывать. Немного неприятная особенность, кому-то может не понравиться. Так, значит, вот, смотрим. Действительно, в варианте с доктриновским набором, то есть вот он меняет аннотации на атрибуты. Я надеюсь, что он нас не поменял в итоге, потому что я в dry run запускал, но если бы мы хотели, то можно было бы поменять, и вот он бы тоже все проделал. Соответственно, можно таким режимом пользоваться. Так, есть ли на текущий момент вопросы? Да, возможно. Ну, давайте сейчас уж не проверять, чтобы не тратить время. Короче, кастомизировать реактор можно долго. То есть там куча всяких правил. Я почему как бы опасаюсь какие-то вещи делать, потому что, грубо говоря, я работал с одной версией реактора, сейчас она другая, и, возможно, какие-то рецепты перестали работать, и мы тут сломаем все и будем долго восстанавливать. Просто чтобы как бы именно не сломать дальнейшую презентацию, не хочу особо сильно экспериментировать. Так, если сейчас на текущий момент вопросы, если есть, давайте, если нет, давайте следующую цифру в чат, там, кажется, троечка, и пересоберем контейнер, посмотрим, как починить тесты. Так, значит, выходим, пересобираем. Вот на версии 8.1. Ну, сейчас, естественно, мы запустим тесты, все упадет. Мы видели, что у нас там уже даже шторм ругается, что все плохо. Ну, вот как минимум сразу ругается на то, что мы пытаемся вызвать несуществующий метод. И это первая проблема, которая связана с MySLab, с PHP Enum, в котором как раз экземпляры класса — это методы, а, ну, грубо говоря, константы — это константы. В PHP-шных Enum-ах все наоборот, то есть нам нужно вот эти скобочки убрать. Ну, давайте автозамену это сделаем, просто берем и... Ой, пардон, слишком много заменил. Давайте вот так. Значит, убрали, ну, так, что-то где-то disabled. Убрали, по крайней мере, вроде сразу ругаться перестал. Давайте перезапустим, может, поможет, и все станет хорошо. Не помогло, и теперь начинает падать уже доктрина. То есть ругается, что что-то там совсем не так, записать не может. В чем проблема? Это как раз вторая проблема. В принципе, мы ее уже сегодня даже обсудили, что у меня есть специальные типы, которые мапятся в... Ну, специальные доктриновские типы, которые мапят мои классы Enum-ов в доктрину. Ну, собственно, тут есть такой, условно, базовый класс для varchar Enum-ов, который реализует эту логику. Сейчас у меня не классы в смысле PHP, а Enum-ы в смысле PHP, поэтому тут ничего не работает. Ну, как бы все преобразования работают некорректно. Как минимум у меня у текущих
новых классов нету get value, там просто value. Еще одна разница в интерфейсах между PHP NAM-ом силабовским и нормальным из PHP. Вот. Для того, чтобы это устранить, нам нужно это убрать. То есть нужно, чтобы вот здесь больше не были указаны конкретные типы, а теперь здесь нужно чуть по-другому обращаться. То есть здесь появился новый параметр, называется enum type. Давайте это поправим. Значит, здесь, соответственно, у нас будет enum type app type user status. А в... Ой, так, не user status, user type. А здесь будет user status. То есть еще одна штука магическая, которая нам добавляет PHP 8.1, он умеет enum-ы корректно сохранять в базу данных. То есть без всяких дополнительных преобразований, ну, это даже не только PHP 8.1, сколько PHP 8.1 добавил возможность работать с enum-ами, а доктрина поддержала эту возможность и умеет enum-ы помещать. Давайте проверим. То есть вот мы переделали. На самом деле там нужно было бы еще и миграции сделать. По факту там сейчас сделано следующим образом. У нас на каждое поле вот типизированное есть комментарий доктриновский, что это поле типизированное. Но на самом деле сейчас, поскольку мы явно указали нам type и убрали вот этот тип от доктрины, она на это обращать внимания не будет. Это скажется, если мы будем сравнивать схему нашу из метаданных, ну, наших сущностей с схемой в базе данных. То есть там будет различие. А для запуска тестов это не критично. Сейчас, по идее, тесты должны более-менее завестись. Ну, вот мы видим, то есть если сюда пролистать, то мы видим, что, по крайней мере, тесты на сохранение и поиск пользователя завелись, остальные все тесты сломались. Еще одна разница, которые есть. Ну, вот здесь как бы нам подсказывают, что undefined метод equals. Значит, это как раз то, что я в самом начале говорил про синглтоны. То есть когда мы пользуемся enum-ом, PHP enum-ом MySyLabs, там сравнивать два объекта нельзя. Ну, то есть они там на 3 равно будут выдавать false. И поэтому там есть специальный метод equals, который сравнит два объекта. Ну, либо вы сравниваете уже конкретные значения. У меня здесь в коде был использован equals, поэтому мне теперь надо этот код переписать на нормальный, на просто обычное прямое сравнение, как бы я работал с примитивными типами. Давайте это проделаю. Ну, то есть просто там вместо equals прописал 3 равно, ну, и здесь там чуть-чуть переписал логику, потому что там у меня был не equals, то здесь стало не равно. Ну, и вот сейчас, надеюсь, все заведется как положено. Давайте проверим. Ура, тесты прошли. Если вы используете на проекте PHP enum от MySyLabs и используете реактор, то после того, как вы реактор применили, нужно проделать вот эти действия. То есть, ну, само автоматом это никак не починится, какими-то правилами в реакторе. Пока что я не видел, чтобы кто-то это реализовал. Вот, возможно, есть какие-то там где-то в каких-то библиотеках на GitLab, там, на GitHub с несколькими звездочками, которые довольно сложно найти. Вот, в каких-то прям таких публичных библиотеках, широко известных, пока этого правила не появилось, и это надо делать руками. Не супер большая работа, но тем не менее. То есть первое, что делаем, это убираем, ну, грубо говоря, вызовы. То есть когда у нас был вызов метода, который создавал экземпляр enum-а, то есть теперь это просто, ну, обращение к, ну, как будто бы к константе. Второе, что нам нужно сделать, это убрать маппинг на доктринские типы. И третье, это спрятать там, где мы использовали equals, все в обычный оператор. Есть вопросы? Если есть, давайте. Если нет, давайте четверочку. Окей. Теперь давайте еще немножко поломаем read-only свойства. Ну, как я сказал, к сожалению, сейчас реактор перестал это делать. То есть раньше, там, в 14-й версии, на том коде, который я пытался обновлять, он вот сюда вот везде вставлял read-only сразу. Потому что у меня эти там, first name, middle name, last name и age нигде не сетятся, они только гетятся. И, соответственно, вот даже сейчас мне шторм подсказывает, что вообще-то можно добавить read-only. Но реактор стал поумнее и перестал так портить. При этом, в принципе, read-only он добавил, потому что если мы в User Manager зайдем, то вот здесь у меня read-only для Anti-Manager интерфейса появился, его не было. Так. Так, read-only string.
Ну, здесь из-за аннотаций, на самом деле. Если бы аннотации не было, все было бы гораздо приятнее. Это раз. Второе, я на самом деле как бы хотел тоже про это проговорить, что read-only в сущностях – это опасная штука. То есть, ну и, собственно, я сейчас покажу, что перестает все работать. То есть нужно учитывать, что в сущностях, ну, может быть, эти все магия PHP там 8, PHP 8.1 не особо нужна. Это к вопросу о первоначальном комментарии насчет того, что не применять ректор к папке с сущностями. Но, опять же, все зависит от принятого код-стайла. То есть если у вас жесткий код-стайл, что обязательно везде должен быть 8.1, и он там должен, безусловно, везде применяться, и такое правило компании, то у вас выбора нет, вы обязаны этому следовать. Вот. Второй вариант. У нас, например, вот вообще нет ни аннотаций, ни атрибутов. У нас маппинг в отдельных файлах прописан в XML. И в этом случае совершенно нормально выглядят конструкторы. Вот, то есть, ну, сейчас согласен, что не очень наглядно, но это особенности конкретного кода, который не был особо предназначен для там, продакшена. Это я просто выдрал кусок и удалил все лишнее. Ну, и там немножко переделал, то есть, соответственно, аннотации вставил. Так, значит, я сделал 4 свойства read-only. Поскольку они действительно нигде не сетятся, я ожидаю, что все сработает. То есть я один раз создаю объект, и я на самом деле нигде никогда это не меняю. То есть все нормально, действительно, как бы. Это честное read-only свойство. Но если я сейчас запущу тесты, мы получаем проблему. У нас постоянно, ну, там, два теста, наверное, или один тест прошел. Первый тест, скорее всего, второй, наверное, который читает, или, наоборот, первый, который пишет базу. А вот все остальные ругаются, что не могу модифицировать свойство user-first-name. В чем же проблема? Проблема заключается в подцепшеновском модуле, который, ну, грубо говоря, простым путем сохраняет объект в базу. То есть вот есть такой метод в Codeception в модуле Doctrine 2, который, ну, мы ему говорим, что я хочу получить такой-то объект в базе данных. В данном случае я хочу получить пользователя с таким параметром. И вот в том месте, где он его пытается сохранить, там происходит присваивание через рефлексию. При этом сначала объект создается без параметров. Ну, то есть там, грубо говоря, опять же, через рефлексию он как-то создается. В итоге получается, что мы сначала присваиваем какое-то значение, там, пустое, дефолтное, еще что-то, и потом поверх него пытаемся записать нормальное. И особо непонятно, что здесь делать, потому что это происходит внутри third-party библиотеки. Мы здесь особо и никак не управляем и сделать не можем. Так, вопрос про маппинг. Ну, зависит от привычки. То есть в каких-то местах удобно, в каких-то менее удобно. У меня были проекты такие и такие, я не могу сказать, что какая-то принципиальная разница. То есть там, через неделю привыкаешь, и проблемы нет. Обычно не так часто этот маппинг меняется. Так, соответственно, проблема теста сломались, хотя вроде все честно. Ну, собственно, базовый вариант, как я изначально говорил, не применять read-only свойства в сущностях, но если вы все-таки хотите, должен быть какой-то способ победить это. И он есть. По факту нам нужно переписать немножко код, чтобы не делать вот have in repository с параметрами. Нам нужно сразу создавать пользователя и его в базу персистить. Это можно проделать следующим образом. Сейчас, секунду, я потерялся в скрипте в своем. Значит, вот где у нас find user, то есть save user отрабатывает, потому что здесь мы пользователя создавали, мы здесь в базу ничего не писали с помощью Codeception. А вот здесь у нас это есть. Давайте эту штуку поправим. Поправим следующим образом. Я скопипащу, наверное, весь кусок, чтобы тут не искать, что поменялось. Но идея следующая. Мы вместо того, чтобы использовать массив userParams, мы сразу создаем пользователя, юзера, его записываем в базу, и ему заменяем только поле userStatus. Потому что, ну, грубо говоря, когда мы его создаем, у нас здесь так как бы написан код, что userStatus ему ставится active. А если мы хотим, чтобы он был suspended, нам его нужно поменять. Поскольку на этом свойстве у нас read-only нету, то оно совершенно корректно, нормально через have in repository заменится. А дальше мы, соответственно, вместо userParams сделаем явную сериализацию нашего expected user. Давайте проверим, помогло это или нет. Ну, ожидаем, что помогло. Если помогло, то мы сможем исправить все остальные тесты. Значит, чтобы не запускать все тесты и вот не думать, а что там сработало, что не сработало, мы можем запустить один конкретный тест. Сделаем это вот таким образом. Значит, указываем путь к файлу, два двоеточия и имя метода, который тестируем. Вот так. Read-only age. Сейчас, секунду. Где-то что-то накосячил немножко. Да, здесь, собственно, смотрите,
Какая странная ошибка. Ругается на read-only property. Оно хоть и read-only, но мы его честно задали через конструктор и нигде не меняем, потому что в коде у нас его нету. То есть, ну, в коде мы здесь перепроставляем в event-positor такой user status. А проблема в том, что здесь у меня небольшой косяк с типом данных, то ли я когда переписывал, то ли где-то там из скрипта неправильно скопировал. Короче, здесь должен быть int. И получается, что из-за преобразования типов внутри PHP доктрина не понимает, что значение не поменялось, и пытается его перепрописать. И поэтому происходит ошибка. Вот сейчас я исправил, и сейчас все будет хорошо. Ну, потому что вот здесь у меня указан small int, а в типе данных string. Они внутри PHP, поскольку у меня здесь string types не указано, они автоматически мапятся, но доктрина сама смапить не может. И она думает, что значение изменилось. И пытается его через рефлексию как бы заменить на правильное. Исправляем ошибку, все хорошо, тест прошел. Замечательно. Значит, можем аналогичным образом поправить остальные тесты. То есть вместо того, чтобы вот здесь использовать user params и have an repository с user params, создаем пользователя, персистим его, а через user params меняем только то, что хотим поменять. Давайте это перепишем. Так, я опять же скопирую, чтобы зря не искать, что поменялось. Ну, фактически поменялось только юзер, потому что здесь у нас сравнение и так было не с там какой-то с user params, который мы передали, а с какими-то конкретными значениями. Ну и теперь, если все тесты запустим, по идее, у нас все должно пройти. Все, все тесты прошли. То есть, значит, резюмируя, если мы используем read-only свойства, то мы не можем в тестах, например, в Codeception, используя модуль Doctrine 2, эти значения через рефлексию проставлять. И, собственно, нечаянно показался кейс, когда у нас не совпадают типы данных. В частности, та же ситуация могла бы быть со старым MySyllabovским PHP enum из-за того, что, например, у нас в базу сохраняется, допустим, числовое значение, а в коде мы используем строковое. То есть в этом случае у нас, ну, MySyllabovский PHP enum такую штуку поддерживает. Там можно такое реализовать, что у вас, грубо говоря, у enum экземпляра класса есть там value строковое, есть value интовое. И в преобразовании типов это преобразование выполняется. То есть что в базу был int, а из базы пришло и как, превратилось в строчку для работы в коде. Там эта проблема была бы точно такая же, вот как у меня была сейчас со строкой и small int-ом. С точки зрения доктрины это были бы разные типы. Из базы пришла строка, соответственно, мы сформулировали из кода, мы принесли строчку, она считает, что это разные значения, через рефлексию будет пытаться проставлять, будет ошибка. Точно такая же, вот как мы сейчас случайно получили. В целом, это, наверное, вся содержательная часть, которую хотел сказать. Есть ли вопросы? Если есть, давайте. Если нет, давайте пятерочку. И немножко по там, дальнейшему плану пройдемся по программе нашего курса, обсудим вакансии и завершим. Так, окей. Сейчас переключусь на презентацию. А, ну да, не на презентацию на самом деле, а на наш сайт. Значит, вот, в принципе, там лендинг нашего курса. Значит, у нас на курсе три преподавателя. Это я, Александр Исаков, который начнет с вами первый учебный вебинар. То есть я проведу вводный, а Александр начнет уже учебные вебинары проводить. Он, кстати, по идее, сейчас с нами слушает. И Александр Пряхин, наш руководитель, в котором тоже там можно какие-то вопросы задавать, если они возникают. Надеюсь, что мы втроем все успешно с вами курс проведем. Значит, в курсе у нас 6 модулей, 5 учебных, 1 проектный. Начинаем в первом модуле с как бы базовых вещей, как сделать Hello World на Symfony. То есть, собственно, на вводном занятии я расскажу о том, вообще, как у нас будет построен учебный процесс, скажу, какие у нас бывают проектные работы. Вот, в принципе, проектная работа сделана таким образом, чтобы в рамках курса можно было проект писать, делая домашки, и потом уже в проектном модуле его шлифовать. Но это не обязательно, много кто делает не так, они сначала в рамках курса делают домашки, а потом отдельно делают проект уже там на какую-то другую интересную тему, когда уже понимают, как это сделать сразу правильно, а не так вот пошагово, как мы идем в домашках. Вот, соответственно, ну, как бы расскажу общие там всякие организационные моменты, и дальше Александр будет рассказывать уже там про установку Symfony, про то, как Symfony взаимодействует с фронтендом, с Vue конкретно у нас, насколько я помню, там в программе. Дальше обсудим, как работать с доктриной. Собственно, фреймворк состоит из трех основных компонентов. Это Dependency Injection Container и Routing. Вот в первом модуле мы разберем ORM и контейнер. Базовые вещи для того, чтобы можно было дальше двигаться. Было понятно, как работает база данных, было понятно, каким образом у нас контейнер функционирует, как его настраивать, как делать там инъекцию сервисов и так далее.
Второй модуль полностью посвящен роутинг-компоненту. Обсудим, как, в принципе, делается контроль и маршрутизация в Symfony. Обсудим, каким образом там устроен компонент HTTP Foundation, который нам обеспечивает как раз вот всю эту, ну, не буду говорить магию, обеспечивает все это взаимодействие с пользователем. Посмотрим на компонент Symfony Forms. Посмотрим на то, как, в принципе, в Symfony реализована авторизация, аутентификация, вот новая, в том числе на бейджах, ну, в том числе немножко под капотом. То есть мы там и свой кастомный аутентикатор тоже напишем. Обсудим, как REST-приложение разрабатывается, посмотрим на такой бандл, называется Fast REST Bundle. Он немножко, скажем так, ну, не то что deprecated, подустаревший, то есть он старенький уже, ему много лет, он там еще, по-моему, со второй Symfony начинался. Сейчас в сам Symfony уже в его роутинг-компонент затащили почти все, что было в REST-бандле, но есть некоторые отдельные аннотации, которые все еще полезные могут быть на практике, как раз про них расскажу это раз. И второе, в принципе, даже в куче проектов на Symfony 5.4 я все еще встречаю Fast REST Bundle, поэтому, на мой взгляд, по крайней мере, знать, что он существует и зачем он нужен, стоит, даже если там в новом проектах вы его использовать не будете. Такой как бы немножко экскурс в ближайшую историю на пару лет назад. И обсудим, как делать Stateless API, как авторизовываться с помощью JSON Web Token'ов. Третий модуль посвящен интеграции уже с внешними системами, то есть это не столько написание кода на Symfony, сколько то, каким образом проинтегрироваться с кэшом, с системами мониторинга, то есть мы посмотрим на Graphit и Grafana, посмотрим на Sentry, ну, там монолог, понятно, как логи писать, посмотрим на разные кэши, с моим кэшом, с Redis немножко поработаем, достаточно плотно посмотрим на работу с запросами сообщений на примере RabbitMQ. Здесь в 15-16 теме будем смотреть конкретно на RabbitMQ Bundle, потому что для нас основой будет именно взаимодействие с самим RabbitMQ, а не как бы правильная конфигурация Symfony под это. То есть, да, бандл там тоже немножко устаревший, сейчас как бы не очень популярный. Вот. Тем не менее, опять же, в проектах он все еще встречается, и здесь у нас будет упор именно на взаимодействие с самим Rabbit. На мой взгляд, с ним работать немножко проще, чем с мессенджером, с этим бандлом. Также посмотрим, как сделать полнотекстовый поиск на базе Elastic, ну и, собственно, поиска в виде базы Elasticsearch. Четвертый модуль посвящен уже, ну, грубо говоря, доведению нашего кода, который написан в рамках трех модулей, до продакшена. То есть обсудим, как писать тесты юнит-уровня, интеграционного уровня, там, возможно, немножко системного уровня, но у нас фронта не будет, поэтому у нас системный уровень такой будет условный. Вот. Посмотрим, как писать консольные команды, каким образом у нас получается автоматическая документация к API-шке, как с ней взаимодействовать, в том числе, как генерировать автоматические API-клиенты. И посмотрим на то, как все это дело развертывается, ну, какое-нибудь облако наше приложение развернем. Обычно показываю на Амазоне, если все будет хорошо, будет Амазон, если нет, на каком-нибудь Яндекс.Облаке попробуем, ну, там, если что-нибудь заблокируют. Вот, в пятом модуле мы уже считаем, что за первые четыре модуля мы научились писать приложение, доводить до продакшена, и посмотрим на всякие advanced практики, которые еще могут нам в Symfony понадобиться при разработке каких-то больших проектов. Первое, посмотрим на бандлы и на пакеты. Ну, в принципе, не так часто приходится писать бандлы, но иногда это бывает. Расскажу, собственно, там пару сценариев из жизни, когда мы это применяли, и это было удобно. Вот у меня до сих пор есть проект, на котором прям очень активно применяется бандл, несмотря на то, что в Symfony сообществе как бы хейтит этот подход. Расскажу, почему на самом деле он удобен и, в принципе, почему полезно его знать. И, ну, если вы умеете это применять на практике правильно, то это очень сильно помогает. Вот, расскажу немножко про разработку прототипа с помощью генерации кода. Это, ну, грубо говоря, вещь, которую я там последние 5 лет так или иначе пишу какие-то генераторы кода, в том числе, то есть это там, ну, не всегда основная моя задача, но так или иначе этим занимаюсь. Расскажу про свой опыт, расскажу про то, как это делать с помощью Symfony, какой-то простенький код сгенерируем, попишем. Вот. Дальше, собственно, новая... Нет, эта тема уже была в прошлый раз, Symfony Messenger. Это более правильный способ работы с синхронной обработкой сообщений. То есть вот в третьем модуле мы взаимодействовали с Rabbit. Здесь мы уже посмотрим, как это делать правильно в Symfony стиле. И новая тема, которая не была в предыдущей группе, там был PaaS для Symfony. Здесь у нас будет DDD в Symfony, то есть Domain Driven Development, как раз с использованием Symfony Messenger, как можно в Symfony приложении выстраивать вот эти самые там слои, домены и так далее. И посмотрим там в том числе на инструмент такой DeepTrack, который позволяет вам как раз анализировать корректность зависимости между слоями, ну, насколько хорошо у вас соблюдается принцип D и Solid. И последние три темы будут посвящены метафреймворку API Platform, который, собственно, построен на базе Symfony. Для чего мы на него смотрим? Во-первых, некоторые вещи из него стоит знать, как это, в принципе, реализовано, потому что похожие задачи могут возникать без всякой API-платформы просто в Symfony-приложениях, о том знать, как они, в принципе,
в том числе реализуются в сообществе, ну, всякие там продвинутые, то есть когда мы хотим, допустим, каким-то образом усложнить обработку нашего ответа контроллера, навесить на него там какие-то обработчики. И также в рамках этих трех тем мы посмотрим на GraphQL, поскольку, опять же, достаточно много проектов, где можно с ним столкнуться, и неплохо хотя бы в общих чертах понимать, как с ним работать. В IP-платформе просто есть готовая песочница, и там достаточно легко он прикручивается. И, ну, собственно, библиотека, которая там используется, вы точно так же можете ее к Symfony прикрутить, чуть с большей, ну, как бы, там, настройками, чем в IP-платформе, но тем не менее. Все, что будет в пятом модуле. Дальше шестой модуль уже будет посвящен проектной работе. То есть можно либо дописывать то, что делалось в рамках этих заданий, либо делать какой-то новый проект с нуля. Но обычно мало кто прям совсем с нуля делает. Это бывает просто ситуация, когда кто-то там посередине курса понимает, что надо переключиться, что ну, там, по каким-то причинам в домашках там получилось плохо, не продумал изначально, и что-то пошло не так. Так, это что касается нашей программы курса. Есть ли по ней какие-то вопросы? Если есть, давайте. Если нет, давайте следующую циферку, кажется, пятерку. Шестерку уже, да. Так, окей. Два слова про карьерную информацию. То есть вот, грубо говоря, вы выбираете курс, например, Symfony Framework. Что вообще с вакансиями? То есть можно ли, в принципе, найти какую-то работу на Symfony? То есть а то там постоянно ходят слухи, PHP уже мертв, как бы, и так далее. Зачем все это учить? Давайте там Python, Go, что угодно. Вот на текущий момент, вот, ну, грубо говоря, там, на начало февраля 272 вакансии уровня middle в Москве для PHP-разработчиков, по всей России 700. Вот, в принципе, определенный спрос есть. Если говорить о как бы, ну, зарплатных предложениях, то медиана где-то в районе 170 тысяч рублей. Это вот для middle-разработчиков. То есть, в принципе, это вполне адекватные цифры. Как бы, скажем так, те вакансии, про которые я знаю, там цифры похожи. То есть это, ну, как бы не какие-то там придуманные хедхантером, действительно такие деньги предлагают. Что ожидают работодатели от разработчиков на Symfony уровня middle? Значит, ну, понятное дело, опыт, в принципе, практической работы на PHP. То есть если вы совсем ни дня не работали на PHP и сразу пришли на Symfony, то, ну, в общем, есть риски, что вы будете не очень качественно писать код на PHP просто в силу того, что еще не успели насмотреться на какие-то там стандартные костыли. Вот. Также часто требуется опыт работы Symfony, ну, там, начиная с четвертой версии. То есть понятно, что есть вакансии на пятой и на шестой, но, в общем-то, четвертая пока что де-факто фигурирует как, ну, дефолтная, скажем так. Вот. Естественно, уверен, работа с Git-ом. Всегда желательно, если есть какой-то опыт работы там с CSS, с REST, с SOAP, с тем же самым. По SQL я вот, ну, как бы то, что подготовили наши специалисты, это MySQL, MariaDB. Мне кажется, что Symfony гораздо больше PostgreSQL, но спорить с этим не буду, как бы это мое мнение, возможно, мне просто так на проекты везет, то есть у нас в основном везде Postgres. Вот, ну, понятно, там, понимание современных практик кодирования, паттерны, Grasp, Solid, это все обычно на теоретической части спрашивают. Вот, если говорить о, грубо говоря, дальнейших целях, то вот, ну, middle senior, то есть middle plus senior разработчики от 200 тысяч на руки, в принципе, senior разработчики там до 250, на самом деле сверху какой-то прям такой, ну, условно, стеклянного потолка нету. Это, ну, грубо говоря, всегда зависит от размеров проекта и от того, собственно, какую ответственность вы на себя берете. Если вы просто пишете код, это одно. Если вы еще занимаетесь какими-то там дополнительными проектными обязанностями, там, не знаю, выстраивание процессов и так далее, это, как правило, прибавляет денег. Так, метод inclusion, понятия не имею, что это такое. Это из, как сказать, какие-то термины из вакансий. Вот что именно тут имелось в виду, не могу сказать. Я тоже. Вот именно метод inclusion мне тоже не знаком. Ну, скорее всего, это что-то стандартное, но мне тоже сейчас в голову сходу ничего не приходит. Ну, то есть я бы здесь как бы больше написал, что на теоретической части обычно спрашивают, ну, понятно, спрашивают, что такое трейд, используете ли вы их и как, и зачем. Спрашивают Grasp, спрашивают Solid, спрашивают паттерны. Вот, там, ну, там тот же PSR4, кажется, де-факто это стандарт. Я, честно говоря, не думаю, что собеседование медла спрашивают, как работает PSR4, если говорить про namespace или интерфейсы. Так, немножко рефлексии. Значит, вот у нас были цели научиться использовать реактор для обновления версии PHP до 8.1 и бороться с возникающими проблемами. Оцените, пожалуйста,
там, от 0 до 10, где 0 это вообще ничего не понял, ничего не ясно и не смогу никогда повторить. 10 это все понятно, кристально ясно, иду и обновляю все свои проекты до 8.1. Попробуйте оценить, ну, вообще, на ваш взгляд, насколько понятно было то, что рассказывалось. Окей, отлично. Значит, тогда, подведя итоги, значит, ректор как инструмент вполне себе позволяет автоматически отрефакторить код под новую версию. То есть, как мы видели, код, в принципе, рабочий. Вот. Это не магия, то есть требуются некоторые ручные правки по определенных сценариях. То есть, опять же, это не всегда. То есть вот у меня просто был конкретный проект, на котором были enum и другие, и read-only свойства, но я там руками добавил, что я захотел их использовать, тоже мне пришлось что-то править. Но это не обязательно. Бывают проекты, где никаких правок не требуется. Вот. И опять же, это специфика конкретной версии 8.1, где вот въехали такие достаточно сильные изменения. То есть при обновлении на 8.0 там таких каких-то суперсложных вещей не возникало. То есть там были свои какие-то мелкие нюансы, но в целом там был гораздо более рабочий код. Вот. Ну и, собственно, помимо статических проблем, на самом деле, после обновления вот могут возникать еще логические, те же самые read-only свойства, внезапно ломаются в модуле доктрины Codeception. Это не очевидно, и не зная о том, как внутри работает модуль доктрины в Codeception и как работает сама доктрина, понять, что-то именно идет не так, не так-то просто. То есть, ну, та информация, которую я выдавал, это последствия копания и ковыряния внутри, потому что я с этим столкнулся, и мне надо было как-то эту проблему. Такое бывает, и, в принципе, это тоже вполне возможная ситуация. Если вы заполните опрос, то будет хорошо. Ну, там можно чуть больше комментариев дать, чем просто циферку, насколько все было понятно. Вот, о курсе. Значит, у нас старт обучения 21 февраля. Ну, я сейчас сходу не помню, но основная проблема там в том, что метод setValue вызывается, а вызывается он потому, что, ну, вот в варианте, где был age, он вызывается из-за того, что значение, которое в коде не совпадает со значением, которое мы хотим записать в базу, вызывается. Это на самом деле не в момент записи, а в момент рефреша, то есть когда мы пытаемся, мы уже записали сущность в базу, и мы пытаемся обратно из базы достать актуальное значение. То есть, например, нам нужно достать оттуда ID-шку для того, чтобы понять, какая теперь ID-шка. И когда доктрина читает сущность из базы, она видит, что age в базе – это строка, а она ждет int. И точно так же, в принципе, она там пытается заменить все остальные свойства, но это, ну, остальные свойства там как раз именно в момент сохранения она пытается их сделать. Насчет прокси-класса сходу не уверен, в нем ли дело, потому что прокси-класс в первую очередь срабатывает, когда у вас есть relation. У нас тут relation-ов не было, поэтому, по идее, прокси-класс тут аффектить именно эту проблему не должен. Ну, и про read-only тоже. То есть я не думаю, что дело в прокси-классе. Именно read-only возникает на этапе рефреша. То есть Codeception записывает данные в базу, потом делает рефреш. Вот при рефреше он пытается поднять изменения и как бы, через рефлексию их проставляет. С age это точно из-за него, вот с остальными свойствами сход не уверен. Да, ну класс сущности нельзя делать final из-за прокси класса, но вот насчет read-only я не уверен, что дело в этом. Потому что в итоге-то у нас все завелось. То есть мы же, ну, все, что мы поменяли, по сути, вот давайте вернемся тогда. Сюда. Все, что мы поменяли, это мы перестали вот здесь использовать метод haveInRepository с классом. Ну, то есть я сюда передаю уже готовый объект. То есть мне не нужно инстанцировать его. Только из-за этого. Но все остальное осталось как было. То есть в коде мы ничего не меняли. То есть сам код продолжает работать. Вот. Поэтому в целом проблема именно внутри пакета Codeception Doctrine 2 модуль. Так, значит, курс у нас начинается 21 февраля. Еще, в принципе, можно успеть. Тут вот есть QR-кодик на страничку курса, где можно записаться. А так, если вы заполните опрос, то будет хорошо. Вот, всем спасибо за внимание. Приходите на курс, там встретимся. Надеюсь, что было интересно и полезно. До новых встреч.